Сегодня избиратели, проживающие на левобережном, правобережном дачных обществах, а также в Вавилинском затоне, могут доехать до пунктов голосования на дополнительных маршрутах. Проезд бесплатный. Автобус под номером 13А будет курсировать до избирательного участка номер 19 Ровенский. Маршрут движения транспорта – левобережные дачи, транспортный цех, МОП благоустройства. Направление маршрута 18А – звероферма, школа номер 8. В этом общеобразовательном учреждении будет расположен избирательный участок номер 30, правобережный 1. Маршрут автобуса 25А, Вавилинский затон, начальная школа номер 8. Это избирательный участок номер 31, правобережный 2. На дополнительные маршруты задействованы автобусы марки ПАС. Интервал движения автобусов 1 час. Эти маршруты будут ходить от левобережных дачных обществ до 19 избирательного участка Ровенский и обратно. Перевозки избирателей осуществляются на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Таким образом, рейсы введены три дополнительных маршрута. Это 13А от дач левого берега до Ровенска, 18А маршрут от зверофермы до 8-й школы и Вавилинский затон номер 25А от Вавилинского затона до 8-й школы. Время работы дополнительных маршрутов с 9 часов вечера до 17 часов дня.